Ивановская земля впервые принимает полевой лагерь «Юный спасатель-водник». В соревнованиях участвуют 17 команд из разных городов ЦФО. Лагерь – это только условно. Здесь нет посиделок у костра и подъема под горн. Есть только 11 этапов конкурса, в которых определится лучший в спасательном деле на воде. Первый день – разминка. Прежде чем выходить на открытый водоем, ребята упражняются в силе и ловкости на плацу. У нас ребята, некоторые, которые у нас участвуют здесь, спасатели-водники, также участвуют и в школах безопасности, и в юных пожарных. То есть они целиком полностью там готовы, я думаю, на все случаи жизни у нас. В каждой группе 6 участников в возрасте от 14 до 16 лет. Обязательно в команде должна быть девушка. Иванова представляет Юревецкий кадетский корпус. Каждый субъект присылает на территорию для участия в межрегиональных соревнованиях наиболее подготовленные команды. У нас, естественно, тоже выставлена команда наиболее подготовленная. Но есть очень хорошее правило, которое мы все знаем. Да, это родные стены, родная земля. А здесь у нас даже еще родная вода, да? Вот что у нас все составляющее должно помочь нашей команде, мы должны занять достаточно высокое место. Силу и выносливость участников члены жюри проверяют на спортивном этапе. Сначала ребята бегут кросс. Девушки 500 метров, парни километр. Потом команды отправляются на силовые упражнения. Сильный пол подтягивается, слабый отжимается. На выполнение каждого упражнения дается минута. Результаты тщательно фиксируют. Самый зрелищный этап здесь. Австрийский, академический, встречный. Всего 7 разновидностей. Ловко завязывать корабельную веревку в узел любой сложности под силу каждому участнику. Более уверены мальчики на подтягивание, отжимании, а мы, девчонки, на узлах. Очень много тренировок было, нам легче это далось. Впереди у юных водников еще 2 дня соревнований. Завтра они продемонстрируют свои навыки на практическом этапе в парке Харинка. В пятницу в городе Шуе пройдет эстафета по плаванию в спасательных жилетах. Тогда же будет определена команда лучших водников. Болеем за Иванова. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.